Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня четверг, а значит, по традиции, сегодня вместе с вами проснулись мы, Алексей Шевченко и Евгения Монакова. Проснулись, потянулись, позавтракали, чего и вам желаем. А для того, чтобы вам было веселее делать утреннюю зарядку, мы сейчас поделимся одной интересной новостью. Новость просто зажигательная. Возможно, теперь за занятия спортом мы сможем получить не только здоровье бонусом, но еще и налоговый вычет. Вот такая вот волшебная новость. Да, такие поправки в законопроект внесли, и уже специальная комиссия их рассмотрела. Если поправки будут приняты, то ходить в зал станет не только полезно для здоровья, но и приятно для кошелька. Я думаю, кстати, эта новость не только обрадует людей, которые активно занимаются спортом, но и владельцев спортзалов, потому как ожидается прирост клиентов, а это же всегда отлично. Какой хороший стимул в нашей программе. Для того, чтобы вы ее смотрели, есть тоже один прекрасный стимул, и называется он анонс. Итак, сегодня мы представим вам рейтинг самых популярных в мире сладостей. Ох, только взглянешь на фото, уже съесть хочется. Пообщаемся с экоактивисткой. Она расскажет, почему мы должны хотя бы иногда отказываться от использования бумаги. Вспомним все памятные даты и яркие события последнего десятилетия. Отпугнем весь негатив хорошим гороскопом. А специалист Роспотребнадзора еще раз напомнит, как правильно носить маски. И почему так важно их в принципе носить. А кроме того, расскажем, что интересного было у соседей, кто арбузы выращивает, а кто осенние старты устраивает. Ну а прямо сейчас в нашей программе небольшой перерыв, потому что по традициям передаем слово нашим коллегам из новостной службы. Ненадолго прервемся, а после этого ждите все самое интересное впереди. Как и обещали, долго мы не задерживались и снова вернулись к вам для того, чтобы рассказать об интересных датах, которые в мире отмечаются. Они действительно удивительные, кому-то наверняка понравится. Вот в частности, сегодня, кстати, интересная очень дата. Международный день заикающихся людей отмечается в эту дату. А почему я говорю интересная? Да потому что есть масса людей, которые уже давно показали и доказали, что заикание вообще не помеха любым жизненным достижениям. Леш, давай поделимся этими волшебными людьми. К примеру, Демосфен. Да. Уинстон Черчилль. Мэрилин Монро, я точно знаю, заикалась. И, между прочим, великая актриса. А из ныне живущих Брюс Уиллис. Вот кто бы сказал. Ну, Брюс Уиллис, он настолько крепкий орешек, что ему никакое заикание не помешало вообще абсолютно. А еще сегодня один важный день. Называется он Международный день без бумаги. Поэтому, если прямо сейчас у вас, как и у нас, Леш, В руках есть бумага. Берете ее. И сегодня сейчас немножко пошалим. Не пользуйтесь. Вот так. Берете и не пользуйтесь. Подожди. Мне один, как минимум, листик нужен, правда, чтобы прочитать про следующий день. Ха, понимаешь? Ну что ж, давай. Потому что следующий день, дорогие друзья, как бы не было комично, но... Ну, это удивительно, действительно. Это день, когда была сделана впервые ксерокопия. Поэтому, простите, я вот с этой самой ксерокопией сейчас и сижу. Но только, знаешь, ксерокопия, кстати, очень сильно отличалась. Она была на металле, выполнена на цинковом, если не ошибаюсь, листе. Поэтому это было совсем не то, поэтому избавляемся от бумаги сегодня. В общем, нам никак это не поможет в том, чтобы отметить эти прекрасные дни. И вам всем того же желаем. А поможет вам знание того, что интересного происходило в эти дни, но уже в Амурской области. Смотрим внимательно. День в истории. «Мир, где нет чужих» стартовал в университете Хэйхэ. Организацией мероприятия занимался БГПУ совместно с китайским учебным заведением. Фестиваль длился 5 дней, в течение которых провели мастер-классы по национальным ремеслам, тренинги, игры, а также научно-практическую конференцию. Мероприятие продолжалось на российской стороне, на базе БГПУ и в областной филармонии. Благовещенские виндсерферы закрыли сезон катаний на парусной доске. Идея освоить морской вид спорта на Амурской реке появилась в 2010 году. Тогда же амурчане создали клуб виндсерфинга. Опытные спортсмены отмечают, ходить под парусом на реках сложнее, чем в море. Переменчива сила ветра. Осенью воздушная стихия становится еще более капризной. Следующий сезон спортсмены открыли в июне. Концерт классической музыки устроили в Благовещенске. В числе музыкантов был заслуженный артист России Александр Сапалов. Используя народные инструменты, артисты сыграли мелодии разной сложности. В программе концерта было выступление Амурского народного хора под аккомпанемент оркестра народных инструментов.
20 благовещенских школьников состязались в умении драться. Самым юным участникам было по 6 лет. В соревнованиях по кикбоксингу приняли участие даже девочки. По словам судей, представительницы прекрасного пола дрались наиболее ожесточенно. Один из участников после благовещенских боев улетел в Италию на мировые соревнования по кикбоксингу. Светомузыкальная аллея, мерцающая в такт музыки, была установлена в горпарке Белогорска. На создание арт-объекта потребовалось более 13 миллионов рублей. Площадь светодиодного полотна свыше 1000 квадратных метров. Инсталляция заработала весной 2019 года. 22 октября аллею включили на 1 час. Жители и гости города могли увидеть световое представление с 7 до 8 вечера. Велик и прекрасен Дальний Восток. Чем больше узнаешь про Дальний Восток, тем больше удивляешься, насколько интересные, замечательные люди тут живут. Потому как мы с Женей раскопали, что в 80 километрах от, на берегу Лены, в 80 километрах от Ленска, люди умудряются выращивать арбузы и виноград. А между прочим, туда нет даже дороги круглогодичной. Туда нельзя так просто добраться. А как это же тогда какими узнали? Надо быть? Как же узнали тогда? Ну, из Инстаграм. Нет дороги, Инстаграм покажет. Это правда. Не знаю, чем закончится этот эксперимент семьи Серкиных, но я за них буду болеть, честно. Буду надеяться, что будут есть арбузы зимой тоже. Будем надеяться. Почему нет? Что еще интересного у соседей, посмотрим в одноименной рубрике. Фото амурского тигра, сделанное в Преамурье, победило на конкурсе лучших фотографий дикой природы в 2020 году. Хищника запечатлел фотограф Сергей Горшков в национальном парке «Земля леопарда». На конкурс в Великобританию отправили более 49 тысяч работ, но лишь Сергею Горшкову присвоили титул «Фотограф года в дикой природе». Соревнования по чир-спорту провели на Сахалине. Около 400 детей из 7 городов Дальнего Востока исполнили танцевально-акробатические номера. В первый день конкурса выступила младшая группа. Танцевали в группах по двое. В стиле джаз, фристайл и хип-хоп. На второй день соревнований выступили более опытные спортсмены. Закрыли спортивный сезон на острове Итуруп. В Курильском районе появился новый спортивный праздник «Осенние старты». Мероприятие провели на одном из красивейших пляжей острова. Участники соревновались с семьями. Для них организовали забег на дистанцию по 500, 800 и 1000 метров. На берегу преодолевали 12 препятствий. Призеры получили медали и грамоты. Победителям вручили кубки. В еврейской автономной области сады цветут не один раз в год. Накануне заморозков зацвели кустарники и деревья. Ученые объяснили причину природного явления. Говорят, это реакция растений на потепление после заморозков. Случаи цветения перед зимой наблюдаются в разных регионах страны, но все же считаются аномалией. В Якутске провели ярмарку выходного дня. Местные торговцы разложили на прилавках говядину, свинину и мороженую рыбу. В числе готовых продуктов были горячая уха из омуля, индигирки и чира. «22 октября, Женя. Где снег?» Так. Ну, подожди, я полагаю, весь снег, ну, точнее, дождь, все осадки, они выпали летом, наверное. И что, теперь нас ждет бесснежная зима, хочешь сказать? Как ты думаешь, после того, что было летом, ну, мне кажется, какая-то компенсация от природы должна случиться. Будем удивительно шуршать листиками до самого февраля. Или, например, шуршать шипованными резинами по сухому асфальту. Дорогие друзья, на самом деле, какой прогноз погоды ожидает нас, узнаете прямо сейчас из нашей рубрики. Медики в один голос утверждают, что спасти от коронавируса нас могут только маски. Так ли это? И какие маски лучше всего носить, расскажет сейчас наша утренняя гостья Ольга Короткоручка, начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Амурской области. Доброе утро. Утро. Доброе утро. Ну, я надеюсь, что утро действительно доброе у нас и у всех, потому что мы будем знать все способы, как защититься от инфекции. Ольга, вот по вашему наблюдению, знают люди, в принципе, сейчас или забывают? Говорить о том, что люди знают, да, знают. Но, к сожалению, да, уже на протяжении длительного времени мы во всем вот в этом живем, в условиях ношения масок, в условиях соблюдения мероприятий профилактических, ну и, наверное, население в какой-то степени уже подустало, да, от этой профилактической меры. Но вот на сегодняшний день в условиях
подъема заболеваемости ковидом, хотелось бы обратиться именно к людям и сказать, что вот сейчас самое время, чтобы вспомнить об этой профилактической мере и в обязательном порядке носить медицинскую маску. Сейчас участились случаи, когда сотрудники, в том числе вашего ведомства, выходят в общественные места и проверяют, насколько снизился процент ношения масок. Ну вот если говорить о тех рейдовых проверках, которые мы проверяем, осуществляем на общественном транспорте, там, в торговых центрах, то есть в таких местах массового скопления людей. Но, к сожалению, хочется сказать, что в общественном транспорте наиболее низкий процент ношения масок. Это касается и водителей, это касается и пассажиров. То есть если проходит проверка, да, контролирующие органы заходят в салон автобуса, видят маску спущенную или неправильно надетую, или вообще ее отсутствие, указывают на это пассажирам, то при контролирующих органах маска надевается, а затем, к сожалению, вновь снимается. Поэтому вот эти рейдовые проверки проводятся для того, чтобы еще раз повысить настороженность граждан и тех лиц, которые в обязательном порядке должны при решении трудовой деятельности использовать это средство защиты. Давайте вот самые частые вопросы озвучу, да, и, точнее, ответы, которые возникают у людей. Сама не раз присутствовала, слышала, когда предлагают надеть маску, допустим, в магазине, да, люди говорят, да, она все равно ни от чего не спасает. В ней неудобно, в ней плохо дышать и прочее. То есть вот это вот чаще всего, наверное, слышат. Да, вот спасает или нет? Я смело могу заверить, что да, маска спасает. И это подтверждается результатами наших эпид-расследований. Да? Вот, когда выявляется случай заболевания, мы опрашиваем больного, соблюдалась ли эта мера или нет. Вот, например, конкретный случай, да, больная накануне заболевания, то есть когда она уже была заразна, посещала мастера по маникюру. И они обе были в масках. При обследовании мастера по маникюру, ну, в установленный срок инфицирования не произошло. Хотя, по идее, да, это длительный, да, близкий друг к другу контакт, меньше, чем полтора метра. Но вот такие конкретные случаи, вот мастер, надев маску, и клиент, надев маску, вот таким образом инфицирование не произошло. Но я знаю, что, в принципе, если один человек в маске, то это 1%. Да, да, да. Уже публикуют эти сведения. Если оба в маске, то там вообще минимальный процент инфицирования, и это на самом деле подтверждается результатами эпид-расследований. Какие еще интересные информации дают эти эпид-расследования? Сколько нам еще жить к этим маскам, и стоит ли к ним уже окончательно привыкнуть? Интересные моменты на сегодняшний день таковы, что вот в настоящее время в области проводится большой объем обследования лиц именно с профилактической целью. Такие скрининговые исследования, да, когда у человека нет клинических проявлений болезни, да, его обследуют, знаете, так, на опережение. Это позволяет нам активно выявлять носителей и больных с легкими формами заболевания. Ольга, везде такое проводится по стране? Ну вот наш субъект, он один из немногих, у кого вот такой высокий показатель тестирования. То есть здесь мы можем говорить об увеличении выявляемости именно больных, то есть не больных, а положительных на ковид людей. Да? То есть тех, у кого бессимптомно проходит заболевание? Да, у кого происходит заболевание бессимптомно или легкие формы. И таких много? И таких на сегодняшний день у нас большинство. Далее, вот эти люди, они получают зачастую лечение амбулаторно, да, то есть в домашних условиях по назначению медицинского работника проводится лечение. И вот если раньше, на первых этапах, когда мы только в этой ситуации были, семья, узнав, что кто-то из членов семьи положительно ковид, немедленно изолировалась, да, то есть таким образом прерывался контакт, то на сегодняшний день, к сожалению, семьи продолжают жить вместе с больным легкой формой или с носителем, и тем самым они подвергают себя риску инфицирования. То есть и носитель, и легкие формы, в любом случае человек заразен. И вот на таком продолжительном времени проживания с ним, безусловно, риск инфицирования увеличивается, сохраняется. И мы именно чаще всего выявляем положительных среди контактных именно во время такого проживания. Ольга, я не могу не развеивать кое-какие мифы по ходу нашей беседы, потому что, хотя шквал основной, наверное, был именно в начале, да, но тем не менее, постоянно встречаю где-то в группах информацию про то, что вот такие пропейте лекарства с профилактической целью, да, вот это вот помогает при ковид. Вот давайте сейчас тоже развеем, потому что люди действительно наполняются всей этой информацией, она не всегда актуальна. Для профилактической цели
рекомендуете что-то пить или нет? Вот как Роспотребнадзор? Для профилактической цели возможно применение противовирусных препаратов, но только по назначению врача. Угу. И только при том условии, что будет прерван контакт с больным, понимаете? То есть контакт прерван, человек начинает принимать противовирусные на опережение для того, чтобы, может быть, там малая доза возбудителя попала, и просто эти препараты помогут ему в легкой форме или вообще не развиться, то есть не дадут возможности возбудителю размножаться в организме. А тогда, когда люди проживают с больным, то есть эта мера, к сожалению, неэффективна. То есть маски. Маски, изоляция. Еще вот часто мы выявляем, что у больные накануне заболевания и тоже уже будучи инфицированными, посещали какие-то торжества, семейные ужины в организациях общественного питания или дома. И часто это очень большое количество людей, то есть гостей, допустим, 20 человек, и вот все они становятся контактными. И, к сожалению, большой процент инфицированных выявляется. То есть вот на сегодняшний день мы рекомендуем сократить по минимуму такие торжества. То есть не собираться с семьей, не собираться с друзьями. На самом деле, на сегодняшний день самое ключевое – это ношение медицинской маски и снижение до минимума контактов. Не посещайте без надобности торговые места, места массового скопления людей. Ограничьте вот или отмените вовсе проведение вот таких вот семейных торжеств. Но на сегодняшний день думать об этом и знать это надо, и обязательно выполнять. Будем на это рассчитывать. Действительно, спасибо вам огромное, что пришли сегодня в эфир. Спасибо вам большое. Дорогие Спасибо. Друзья, не забывайте про маски. А мы ненадолго прервемся. 10 минут актуальных новостей в эфире Амурского областного телевидения. Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Мы продолжаем наш эфир. У нас есть хорошая традиция, которую, конечно же, подсказываете вы, наши дорогие зрители. Я знаю, что многие ждут гороскопа в нашем эфире. И вот редакционный астролог всю ночь сидит, старается для того, чтобы утром вы уже смогли узнать свежую информацию. Давайте посмотрим, кому повезет сегодня. Овны. Сегодня вам захочется спрятаться от всего мира, вам трудно разговаривать с людьми, и в результате страдают ваши отношения. Следует поразмыслить, что вызывает эти проблемы. Ваши друзья могут помочь в этом, именно для этого они и существуют. Тельцы. Если вы включили фантазию на полную мощность, то ничуть не прогадали. Это поможет оградить вас от рутины. Не упустите выгодное предложение от тех, на кого вы делали ставку. Люди, проверенные временем, надежные и деловые. Близнецы. Если на работе произошли какие-то незапланированные события, то воздержитесь от принятия поспешных решений. Проявите терпение и спокойствие. Вам придется найти нестандартный подход к ситуации. Раки. Не забывайте, что хорошие отношения состоят из компромиссов, и здесь необходимо больше чувствительности и внимания с вашей стороны. На работе повторяющиеся проблемы требуют ответственности и полной концентрации. Львы. Ничего глобального в судьбе не произойдет. Ищите новые пути для достижения целей. Не топчитесь на месте. Развитие любовного романа будет чересчур бурным. Следует сделать паузу. Девы. То, что всегда казалось сомнительным, в этот день окажется самым важным. Обстоятельства сложатся так, что вам придется перекраивать планы на будущее. Не игнорируйте растущие трудности и не пытайтесь сразу же с ними справиться. Весы. Звезды советуют чаще прислушиваться к интуиции, особенно если сами не в курсе, как и что предпринять. Силы и время нужно приберечь для особого случая. Скоро вы с ним столкнетесь. Скорпионы. Возможно, депрессия, недомогание. Проблемы на работе могут возникнуть внезапно и также быстро закончиться. Не отвергайте своего избранника, если он интересуется вашим настроением. Разговор по душам – то, что вам сейчас необходимо. Стрельцы. Тяжелый день ожидает вас в мыслях только деньги и их количество. Нельзя же быть таким меркантильным и измерять все в купюрах. Поступающую информацию 100 раз перепроверяйте, она может оказаться ложной. Козероги. Финансовые темы будут реализовываться с трудом. Идеи, которые вы двигаете на работе, скорее всего, не поддержат, что негативно скажется на прибыли в будущем. Не стоит переживать, это временные трудности. Водолей. Вы будете обескуражены поступком близкого человека. Только не стоит выяснять отношения по телефону. Поговорите тет-а-тет. Отношения давно нельзя назвать романтичными. Разлука возможна, если не найдете мудрости и желания все исправить. Рыбы. Вам нежелательно на этот день строить грандиозные планы. Пусть все идет своим чередом. Это сохранит имеющийся душевный баланс. Любовному увлечению отдавайтесь всем сердцем. Оно приведет к успеху. Любовь.
Любим мы с Женей останавливаться подробнее на некоторых темах. Так мы вам уже рассказали, что сегодня празднуется Международный день без бумаги, а сейчас расскажем, раскроем эту тему более подробно. А поможет нам в этом наша гостья Оксана Разумеева, экоактивист. Доброе утро, Оксана. Мне даже стыдно сидеть с бумагой. Международный день без бумаги, ну куда без нее, пока сложновато. Если честно, Оксана, вот без бумаги удается обходиться, в принципе? Ну, минимизировать ее использование, конечно, удается. Во всех вообще сферах? Вот многие, даже налоговые органы, да? Ну вот куда, кажется, без бумаги? Но везде это бумага. Да нет, на самом деле сейчас последний год, наоборот, очень развиты дистанционные технологии, в том числе сдача отчетности, поэтому мы пользуемся этим на 100%. И если есть возможность не сдавать на бумаге, мы, конечно, этого не делаем. То есть объем бумаги сократился. Что еще можно реально сократить, потребление чего, для того, чтобы нашей планете было легче? На самом деле, если даже... нужна бумага, можно ее как минимум сдавать на переработку, да, и в нашем городе ее принимают очень активно, каждый месяц можно складывать, и эта бумага пойдет на вторичную переработку. В городе у нас делают из вторичной бумаги разные средства личной гигиены, поэтому, да, туалетную бумагу выпускает в нашем городе компания «Макро-С», поэтому вот даже так. Вот я, например, знала, сидел, да, и не знал, не то, что у нас бумагу сдают, не то, что у нас что-то из нее делают. Ты вообще темный человек, да, просто, да. Ты понимаешь? И как стать мне посветлее? Как узнать об этом? Ну, во-первых, сейчас в городе вот, очень радостно, что разрозненных экоактивистов в этом городе собрал прекрасный проект вторичной переработки. Вторсырья, у них есть Инстаграм, можно вот туда присоединиться, и там вся актуальная информация по пунктам сбора, кто, где, что делает, перерабатывает. Они очень активно делают обзоры от наших те, кто собирает мусор, да, и куда его дальше перерабатывают, куда отправляют. Поэтому можно все это узнать. Путь бумажки проследишь тут же по Инстаграм. Представляешь? Прям, да. Но это пункты сбора, они не постоянные, они мобильные, да, это периодически. А вот если накапливается, действительно, не знаю, если предприятие вот захочет как-то озаботиться, то можно массово собирать и сдавать? Есть такой, Оксана, опыт? Ну, из массового у нас собирает только картон. Компания, которая его собирает, она прям может приезжать к вам, она приезжает к нам в кафе, например, да, которым я руковожу, и забирает картон, ну, где-то в среднем раз в две недели. То есть мы специально для этого уделили место, и вот туда все это собирают. Пластик можно сдавать на раз в месяц, да, на вот этих вот перевозных пунктах, а стекло у нас практически в каждом дворе, особенно в центре города, есть зеленые баки. Они, правда, сейчас не сильно опознаны, сейчас работают, я знаю, активисты на том, чтобы их сделать более... Френдли, да? И узнаваемыми, да, для всех наших жителей города. Но туда можно собирать стекло и пластик, я тоже туда опускаю. На самом деле можно пластик, не редко про это говорим, потому что пластик очень быстро заполняет эти баки, но на самом деле туда, если прям вот, ну, есть желание, можно опускать туда и стеклянные баки, и бутылки алюминиевые, и также жесть. Но это нужно отдельно рассортировывать? Нет, на самом деле все вот, сборщики, они потом все равно делают досортировку, да, на своих пунктах, и уже там дальше сами разбираются с этим. На самом деле нет, можно не прям там по отдельности. Экоактивист – это образ жизни или это такое души, настроение? Что это такое? Ну, это сначала порыв души, да, потом это становится частью жизни, когда ты уже не можешь... вредить нашей планете, потому что у меня трое детей, и я всегда очень заботливо думаю о том, в какой они планете у нас будут жить, да, каким воздухом дышать, и будут ли у них на самом деле реки, да, вот последние две большие катастрофы нам как никогда дали понять, что, да, и реки тоже у нас в опасности. Поэтому, конечно, и деток тоже приучаем, да, заботиться о планете, разделять мусор, думать о том, что ты выкидываешь или что-то не выкидывать. У нас дети уже, если папа у нас, муж не такой экоактивист, он иногда бывает кинет, у меня дети бегут: папа, папа, ты не туда выбросил, ну-ка вытаскивай из мусорки в стеклянный банк, потому что мы стеклянные банки собираем на подоконнике, и они вот, ну, стоят там разные бутылки, там от минералки, еще чего-то. И вот дети даже уже за этим очень сильно следят, и это тоже не может не радовать. А день без бумаги как проведете?
Без бумаги по всей этой. Постараюсь, конечно, в этот день ничего не распечатывать. И всегда очень, особенно ругаю, у нас бухгалтерия это любит. Вот они могут, они без бумаги. Но вот мы даже с бухгалтером ведем работу просветительскую. Он уже так иногда думает. Видно в глазах, когда распечатывает, такой думает, не, мог же не распечатывать. И вот это уже очень, кстати, важно, да, других людей на это как-то ориентировать, что надо думать о нашей планете, о тех ресурсах, которые мы используем. Это передается вообще, в принципе, вот это вот экоактивизм? Потому что я уже чувствую небольшое отвращение к бумаге. Уже не хочу, да. Потому что на самом деле я разговаривала не с одним человеком на эту тему. Говорят, что постепенно в кругу все как-то заражаются, а те, кто не заражаются, они естественным образом отпадают просто из компании. Ну, на самом деле, мне кажется, заражаются все, потому что вот у меня очень в последнее время много пишут, да, что вот мы на вас посмотрели, сначала казалось, что это вы там от себятину придумали, а потом нет, потихонечку, все друзья, все знакомые, через 2 года, сейчас мы выезжаем на природу, и у всех в багажнике лежат черные пакеты, и на природе все уже собирают, и наоборот, это какая-то уже, ну, наверное, социальная ответственность, осознанность, да, к проживанию на планете, поэтому мне радостно, что это хорошая такая зараза, которая на самом деле только приносит хорошие результаты всем. Вот. Ну, и как-то вот не было отпадающих людей по этому вопросу. Все присоединились. Да, все присоединяются, да. У нас, наверное, хорошие друзья, которые понимают, что важно сохранять экологию. Это замечательно. Ты батарейки вот куда деваешь? У меня вопрос. Хороший вопрос. Так, вот сейчас мы Оксане его зададим, потому что про батарейки это совершенно отдельная информация, многие действительно ее не знают. Оксана, если можно, расскажи, пожалуйста, вот батарейки куда деваются? Я знаю, что есть специальные ящички, люди туда скидывают батарейки. Вот Алексей уже заработал мысль. Да, на самом деле просто батарейки это очень опасное сырье, которое, когда они разлагаются, да, они до 400 кубометров вокруг себя земли просто заражают, и потом этой землей нельзя, она там на ней ничего не будет расти, она очень вредная, потому что там очень тяжелые металлы внутри батарейки содержатся. Поэтому батарейки, как ни один другой элемент, да, если бумагу выкинула, оно все равно, да, биологически разложится. Вот с батарейками очень опасно. Поэтому батарейки, вот уже много-много лет, больше 5 лет, батарейки мы всей семьей собираем. И сейчас эти батарейки можно сдавать в магазинах бытовой техники, в мире упаковки есть. Вот магазин такой, знаете, в мире упаковки, у них есть стоят специальные батарейки, они их отправляют на переработку, а также тоже на пункты сбора, вот каждый месяц можно приносить свои батарейки. Я знаю, у многих дома хранятся, некоторые не знали, куда их выбрасывать, но даже если не знаете, куда выбросить, лучше их просто сохранить и потом в какой-то удачный момент все вместе оптом сдать. Мы у себя в подъезде планируем установить небольшой ящичек, да, и туда, чтобы наши соседи могли тоже собирать батарейки, потому что не у всех есть возможность, например, выезжать куда-то. Это точно прекрасная инициатива, кстати, можете и вы у себя в подъезде вот таким образом поступить. Леша, ну, я понимаю, все, мы тебя уже все в своем подъезде, посвятили. Да, я уже готов собирать у всех батарейки. Спасибо огромное за интересную беседу. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Да, успехов. А мы продолжаем дальше. Лёш, как начинается твое утро? Я с ненавистью отключаю будильник и вот так вот иду на кухню и пытаюсь себя взбодрить чем-нибудь. И обязательно что-нибудь сладенькое, чай. О, слушай, я как раз покопалась и нашла шикарный рейтинг сладостей. Какие самые любимые, обожаемые? Возможно, кто-то из наших зрителей тоже заядлый сладкоежкой, и вам сейчас эта информация очень пригодится. Можете не добавлять сахар в чай, просто смотрите нашу следующую информацию. Да. Вот на первом месте профитроли. Между прочим, профитроли считают шедевром кондитерского искусства. Историки считают, что это, что вообще, в принципе, идея профитроли принадлежит итальянцам. А французские повара придумали эклеры. Но нам-то нет особенной разницы, ведь отличаются эти десерты всего лишь формой. Профитроли круглые, а эклеры продолговатые. Ты любишь профитроли? Да, более того, сам умею их готовить. Прекрасно. Так, второе место в нашем рейтинге – пудинг. Классический английский десерт к Рождеству. Жители Туманного Альпина. По нему толкуют даже сновидения. А в канун Рождества пекут его всей семьей, заранее положив в тесто значимую мелочь – монетку, колечко, пуговку, наперсток и загадав на них желание. Вот. Кому что попадет, то у того в жизни и произойдет. Но не каждый пудинг сладкий. Вот смотри, третье место меня очень удивило. На третьем месте находится сладкая визитка Шотландии.
Кранахан. Без нее не обходится ни одно официальное или личное торжество. Традиционный сливочно-малиновый десерт с жареными овсяными хлопьями с обязательным добавлением меда и виски. Виски. Вот это да. Ну, шотландцы без виски. Куда я, конечно. Странно, что еще не добавляется какая-нибудь юбка. Итак, следующее название – полено. Самый знаменитый рождественский десерт. Изобрели его французы, и оно стало популярным во всем мире благодаря французским колонизаторам. Это разновидность бисквитного рулета в виде дерева, покрытая густой глазурью под кору. Следующее лакомство любят австрийские монархи. Это торт Дабош. Нежнейший бисквит прослаивается карамельным кремом и мокко, а сверху покрывается очень твердой глазурью. Даже без холодильника торт можно хранить не менее 10 дней. Ну что ж, мысленно практически сладкого мы наелись, мне кажется, на месяц вперед. Это точно. 10 дней можно хранить торт. Жаль, что нашу передачу нельзя растянуть на 10 дней, потому что мы бы с удовольствием 10 дней с Женей вам рассказывали все самое интересное. Делились бы с вами своей энергией, чтобы заряжать вас каждое утро. Ну ничего страшного. Мы передадим слово нашим коллегам, потому что они совсем скоро продолжат радовать вас приятными новостями. А мы на этом прощаемся. До скорой встречи в эфире и прекрасного вам дня. Пока-пока.